мало кто знает о том, что вот прямо на этом месте, там, где наши улицы, наши дома, много-много миллионов лет назад было самое настоящее глубокое соленое море, где водились самые разные существа, как маленькие рыбки, так и большие плезиозавры. И нам захотелось сделать передвижную выставку, чтобы с этой темой познакомить не только жителей города Оренбурга, но и всю Оренбургскую область. В работе у нас порядка 20 образцов. Время на каждый образец зависит от размеров самого образца. То есть, если мы, к примеру, будем рассматривать зуб лошади, то мы его потратили на сканирование в пределах 15 минут, в пределах часа мы его обработали, и в пределах 2 часов шла печать. Достаточно быстро и просто. Если будем упоминать те объекты, которые еще находится на стадии печати, то есть это бедренная кость мамонта, длина которой составляет порядка 1,20 м. Сканирование шло порядка 2 часов, обработка занимает порядка 6-7 часов, и печать будет идти в пределах 4 дней. Этот принтер у нас работает с самого утра, и видно, сколько здесь у нас отпечаталось. В районе 10 см, плюс-минус. Печать здесь у нас продолжится как минимум еще часов 50. В плане сложности этот проект интересен тем, что мы работаем с историей, привносим какой-то вклад в ее сохранение, в распространение, чтобы дети знали, дети заинтересовывались.